34 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пастырей Израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь, Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищею им. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так, говорит им Господь Бог, вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощею. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословения, и дождь будет, буду не спосылать в свое время».
это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их, они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов, и узнают, что я Господь Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог.